Создатели «Игры престолов» раскрыли секрет самой кровавой сцены в сериале. Это эпизод убийства Рамси Болтона. Помните, такой отрицательный, очень неприятный персонаж. Оказалось, что сцену его смерти пришлось переснимать из-за того, что она оказалась слишком жестокой даже по меркам «Игры престолов». Ну вот специалисты по визуальным эффектам рассказали, что момент, когда к Рамси подходит собака, снимали в несколько этапов. Сначала на зеленом экране проход пса сняли, ну а затем уже и бастарда. Для того, чтобы сделать сцену его смерти зрелищнее, даже создали модель челюсти Рамси. Но тогда эпизод получился слишком кровавым. Команда, которая работает над визуальными эффектами, сняла для сериала 72 сцены убийства. Для того, чтобы добиться большей реалистичности, в сценах использовали даже натуральное мясо. Покажем, как проходят съемки самых впечатляющих эпизодов «Игры престолов». Обещаем, что не только самых кровавых.